Я объясню вам, почему. Во-первых, наш родной многовековой язык – это молдавский язык. Страна наша Молдова. Язык наш молдавский, веками он назывался. Правильно, язык молдавский. Почему в Бразилии бразильский, в Мексике мексиканский, Соединенные Штаты соединенно-штатский, а мы должны брать у них, у оккупантов, румынский? Во-первых, он намного раньше возник, молдавский язык, чем румынский язык. Румынский язык – это более поздний язык. Намного раньше появился, где-то на 300 секунд появился. Сначала появился «шеврейфа», а потом появился «чеврейбэ». Это исторический факт. Что тут доказывать? У нас богатейшая история, богатейшие традиции. Почему мы должны стать срочно румынами? Это непонятно. Я не понимаю этого, народ этого не понимает. У нас богатейшая история, богатейшая традиция. У нас с 2008 по 2011 год Зинаида Гречана купила 2 апартамента для детей 150 тысяч евро. А зато луптем пентру екитати ши дрептати социалы. Почему мы сейчас должны становиться румынами? Я слышала, у румын кожа, блин, солс де пешти, чешуя. Не хочу становиться румынами. Я вам хочу сказать такую вещь. Гагаузский является древнетурецким языком. Но это же не значит, что они срочно должны стать турками. Гагаузы. Понимаете как? Очень правильно говорит господин или госпожа Хренова. Действительно, так и есть. Румыны пришли и украли. У нас всю жизнь было апы дульчи. Они пришли и сказали, нет, сук. Что значит сук? Во-первых, некрасиво кому-то говорить в лицо сук. Сам ты сук, твой мама сук и ты сукин сын. Еу ам терминат лимбадистат. Я взял и закончил этот язык, вот так за глотку взял и закончил, чтобы он больше не язык. Закончил пару людей, которые язык, закончил библиотеки язык, мануалы, которые язык, еще дал птевке играть в Сибирь в один конец. А это другая история, уже не будет. Я знаю сотни слов, понимаете, мне очень трудно пока говорить, но бытовой язык я знаю, бытовой. У нас здесь немножечко в парламенте совершенно другой, иначе язык. Понимаете, тут есть такая терминология, которая надо освоить. Мы вам верим, господин красивый макияж, очень верим и держим за вас огромные пумны, потому что терминология действительно тяжелая. Вот только посмотрите на эти примеры. Чему афинитеты досибиты фаци де ачест парламент, фаци де ачесту компоненце, в респект питоц, в юбеск питоц? Резовем проблема. Тут и маем мы так вот и тинер дичи. Домнор депутаци, я уверок, се вы калмаци. Suntem în seara de Crăciun, domnilor deputați, vă fie rușine. Curva întotdeauna ridică prăjină. Fiindcă, știți, cel care face, trebuie și să curăți. Și vă sugerez și vă încurajez să muncim în continuare pentru binele țării. Dragii друзья, отличная у меня для вас новость. Я в Италии. Италия, страна песто, tutti frutti, ma tutti di faccio. И жду вас 18 ноября в Падово. Нет, не Садово, Падово, дурачки. Будем делать комедии де песчено, хи-хи-ха-ха. Вы будете вот так вот сидеть на скамейке, а я на сцене, на микрофону. Огромный я ваш, Андрей Волокаш. Покупайте билеты внизу, или наверху, или прямо. И не забудьте дома язык, берите язык с собой. Я вас жду, дорогие мои терминологии. Дар о ляко семя мою.